Сегодня в Барнауле прошел ежегодный слет детского молодежного движения Алтайского края. В краевую столицу съехались представители волонтерских союзов, школьных дружин и прочих объединений. И сегодня же подвели итоги конкурса «Лучший вожатый Алтая». В течение 3 дней 11 конкурсантов проводили викторины с детьми и мастер-классы, показывали свои методические наработки и учебные программы. По словам участников, жюри оценивало буквально все, ведь вожатый, по словам самих участников, должен быть многостаночником. Ораторское искусство, то есть мы должны уметь говорить, мы должны уметь петь, танцевать, мы должны, как я уже говорил, работать с детьми. И даже в какой-то ситуации может быть такой экспромт, то есть показать свой.